Если решишь, можешь не сдать. Производство Rainbow SRL. А что, если я вам скажу, что не все так радужно, как может показаться? Что, если я скажу, что ваши так называемые феи не феи вовсе? Все мои рассуждения строятся на фактах, кои не видят обычные люди, по причине, что просто не хотят думать над этим. Небольшой экскурс. Впервые мое знакомство с феями Винкс произошло в школе, когда я был пиздюком и мне было 8 лет. Я еще не думал, что это 5 объебошенных лярв. Я думал, что это просто мультик про чудеса, который просто скрашивает мой досуг после школы. Ну вот прошло 15 лет, и мне довелось пересмотреть серии. По причине нежелания вставать с кровати. Я испытывал адские боли, но это помогло мне разобраться в данном мультсериале. При просмотре каждой новой серии мой мозг работал на запредельной мощности, и я понимал, что происходит, и наконец понял. Да, я понял, что эти ваши феи — это просто 5 вписочных шкур, которым по 16, они ходят на вписки, бухают, употребляют наркотики, причем по развитию сюжета видно, что наркотики все тяжелее. Скажите, как я пришел к таким выводам? Да вот поэтому. Я точно не знаю, что это такое, блядь, Enchantix, но судя по описанию, это какая-то пыль. Соответственно, это аналогия героина. Так как в песне поется, что силы внутри меня, мое предположение, что эти бляди оголдевшие сначала употребляли эту пыль средством дыхания, а после они распустились, отяготились и начали ширить эту куетель прям по вене. Теперь нам понятно, почему у них такие жесткие бэдтрипы, где они в своих видениях феи. Но давайте углубимся в лор. Так вот, сука, что они бухающие малолетки вписочные становится понятно после пару серий, когда так называемая Блум попадает в дурную компанию, наебывает родителей и съезжает нахуй, не просто в другой город, блядь, а аж нахуй в другое измерение, где там едет встречаться остальные шкуры. А давайте-ка мы их поконкретнее разберем, а? Муза, ну с этой паскудой точно понятно, гляньте в ее зрачки. Огромные, сука, блять, зрачки. Видно сразу, что эта лярва спиды любит больше, чем свою маму. Закидываются регулярно, а после идет плясать по D&B в забитых ангарах среди таких же угандошенных, чем попало, наркоманов, блять. Как такая сука может быть феей, блять? А это Флора. Флора, блять, это самая отвратительная тварь среди этих блядей. Это, блядь, главное уёбище их ОПГ, блядь. А знаете почему? Знаете почему? Потому что эта тварь, блядь, выращивает незаконные травы и делает смеси. А после она как раз и отдает их Техне, чтобы она банчила эту хуйню. Вот эта паскуда, блядь, взгляните в ее ебало. Она, блядь, убивает ваших детишек, блядь. Она продает им смерть, блядь. На пару со своей паскудой подружкой. А это Техно, мать ебал, Техно, она киберпреступник в их волшебной ОПГ, она в рот ебала, ваш Роскомнадзор, у нее, блядь, есть свой телеграм-канал, где она торгует тем, что делает Флора. Просто гляньте в эту ебасосину бандитскую, блядь, а цвет ее волос, да сука, этот цвет сам за себя говорит, что она малолетняя объебоска, как можно нахуй подумать, что это фея? А это Стелла. Прототип, блядь, Шурыгины в их мире. Потому что это, блядь, пользуется своей красотой, трахается, блядь, со всеми, а потом бабки вымогает. Вот такая она, сука, просто животное. Блядь, ебало ей сломать хочу, как вижу. Сука, не могу, блядь. И Блум попадает в эту компанию. Бедная девочка, она еще не знает, куда попала.